Queste sono le immagini del nuovo viaggio a Mariupol, in un nuovo quartiere dove la gente rimasta racconta le medesime storie dei concittadini degli altri distretti. L'ingresso dei condomini è il luogo dove la gente trascorre le giornate, dove cucina. Sono molte le persone rimaste senza appartamento dopo essere state invitate a lasciare casa dai soldati ucraini, i quali hanno trasformato migliaia di appartamenti in posizioni militari. Я, например, устал с 14 этажки там. Вот сколько. И там занимали позиции? Да, они были там. Ну как вообще это происходило? Пришли, заняли, Да выгнали. поугоняли людей, да, ну что. А куда? Вот не сказали, не Да предоставили у там меня, он говорит, знаки, куда хочете, силу туда звания. идти. А что их спрашивать, я врыла прикладом газ и все. Как любопытно. Mi trovo sul viale Mira, viale che taglia il centro della città. Proseguono ancora i combattimenti non solo attorno alla fabbrica dell'Azovstal, ma anche in ambito urbano. È rimasta infatti una sacca di resistenza dell'esercito ucraino proprio nel quartiere centrale della città, nel distretto Primorsky. Quello che vedete sono le barricate lasciate dai militari ucraini per rallentare l'avanzata. Vicino via Mira incontro Victor, un 79enne rimasto senza casa. Nel 2014 aveva sostenuto le manifestazioni filorusse a Mariupol. Per anni le autorità locali hanno chiuso un occhio sulle sue idee politiche, ma qualche settimana fa la polizia ucraina ha bussato alla sua porta. Здесь отсюда, грубо говоря, 200 метров, проспект Мира, 110. Приехали 5 на машине, 5 вооруженных работников полиции с автоматами. Вот, и постучали ко мне, я говорю, что вам надо? Вот вы такой-то, такой-то. А я говорю, на каком основании вроде как? Есть вот решение суда или прокуратуры? Нет, вот военного положения. Зашли, значит, быстренько забрали компьютер, забрали телефоны, у меня там два было, почему сейчас я даже без телефона. Сказали, что поедете с нами. Я говорю, за что, в чем причина? А вот в 2014 году вы выступали там на митингах, вы принимали участие, мы сейчас будем разбираться. Я говорю, а почему у вас пятеро? Что одного человека пятеро хотите? А напомните, сколько вам лет? Мне было не полных 79, а вот 7 апреля я прозвал здесь 79 лет. И не побоялись вот не вас? Не побоялись, я говорю, а мы вдруг думаем, вы здесь взвод, так сказать, типа ДНРовцев, ну как бы прячете. Ну, словом, 3 часа меня эти пятеро ребят, как мы говорим, мы штрафовали, как им неудобно было, конечно, нарядить. Ну, били ноги, били по голове, руки. В итоге надевали мешок несколько раз. И что мне не понравилось, я говорю, ну, вначале еще прозвучало, вот, позвонить кому-нибудь, чтобы присмотрели за слепым. Ну, я понял, что они не думали, что я уже вернусь. Ну, и в итоге, когда я там лежал, говорят, хотите 50 грамм спиртного, там, вот, или сигарету, вот так, напоследок. Я говорю, ничего не хочу. Короче, все шло к тому, чтобы меня отвезти на левый берег, в этот самый, сдать в Азов. Ну, они говорят, вас повезет какой-то паук, там, видимо, фамилия такая. И в последний момент, когда же мы сели в машину, кто-то позвонил, сказал, ну, они удивились, сказали, стоп. Почему стоп, говорят? То есть, и меня не довезли до левого берега, а привязали к столбу. Вот, ну, там написали на спине по-украински, «Він чекає на русский мир». Привязали к столбу. Избивали? Ну, тут уже не избивали, просто привязали и сказали, что... Если куда-то денешься, причем сзади в этих самых металлических наручниках, в общем, как можно куда деться, то мы, мол, тебя все равно расстреляем, найдем.
Nel viale Mira si trova l'ex centro di arruolamento militare ucraino. Per lungo tempo la struttura ha ospitato i militari di Kiev che tenevano le difese nella città, salvo poi essere abbandonata. Sul posto sono stati lasciati molti documenti segreti e informazioni sensibili. Там тоже все личные дела, документы, да? Да, тоже. Пытались. Ну, большинство, скорее всего, осталось, да? Ну, да, там. Да, такой Мариуполь, наверное, вот это у них... Ну, понятно, в плане, на 50 мест скоро. На 50, да? Ну, да. Ну, вот там дальше. Видишь? Нашли провизии еще и... Да, там тут воды куча, они так остались, вон воды. Было время, что куча. Вот, где-то в этой комнате секретные свои дела. Я украинец.